Марка. Марка, время передачи. Он сказал через минут 30. То есть приблизительно... Приблизительно сейчас. Ну, к 8. Ну, вот мы как раз и все и соберемся. СФПД, давайте тоже подтягивайтесь. А, поднимите, Романов, назначь еще одного чела на Air Support. Кого? Air Support, блять, а воздушную поддержку. Ты нахуй, блядь? Тебе сейчас паузу, все нахуй, мне кажется. В Рапсити. Сейчас, вертолет, блядь. А вообще желательно нам бы ФБРа переодеть в РМ и втесать к ним. Где? Нарушаю воздушное пространство. ЛОПД. Ровно 8 на заброшенном аэропорте Пласс-Ментура. Это уже подтверждено? Да. Янгс, Шинкс. Быстрее давайте. Я ему дал свой номер, он мне позвонил, сказал. Янгс и Шинкс, быстрее, у нас мало времени, вы должны раньше точку занять, чем вся группа. А кто еще в снайпера пойдет со мной? Погнали, нет. Давай, КЛВПД, возьми форму SWAT снайпер. Взял. Еще один человек. Лечу КЛВПД. Назначьте кто-то. Старший состав со снайперкой. Не, будет фейлово, если обломится все. Или поменяется в последний момент. Так, мы все равно можем арестовать этого самого ЛКНовца. В своем личном вертолете прилетел. Нормально. Блять, Митчелл! Криворукий пилот! Слушай, я нормально сделал, ну. Да, ты меня чуть не переебал. Извини. Ты это что за дебил? Понял, короче. Ой! Нам нужно как на ЖВД создать отдельный департамент для МЮ. Рациус. А вот не вижу здесь, знаешь кого? Густава не вижу. И я не вижу здесь Даниэля и Двачевского. Двачевский и Даниэль. РБ отпишите. Так, а чё у меня по онлайн? А ты тут? Бля, сори. Где ты тут, алло? Ой, меня вылетел. Бля, тут нет. Давайте быстрее стягиваемся, проведем краткий брифинг. Лечу. Чё у меня по мемберсу 5? Джерри, на месте? Так он на месте, он замучен. Ну, отпишите вы... Второй гнидо. Я не знаю, как них читать. Гиндо, гнидо. Осборн. Спасибо. Не за что. Нарушаю юрисдикцию. Диего, у нас форма SWAT для старшего состава. Осборн, товарищ. Где твои, Романов? И вот один пришел, два тут уже стоят. Да я про группу, которую ты мне даешь. А, не знаю, Ян, вы где? Ай, блять! Придурок. А, нахуй, на личном авто классно, парень. Да нормально. Все, я прилетел. Как прилетел, привет.
стола мобильку. Я так понимаю, больше состава не будет. Отпишите своим лидерам, кто еще доезжает, доползает. Подожди, у нас еще сейчас чел подъедет, и потом твой... Ползу. Ян и Шинкс, вы где... А, Шинкс в сети только, а Ян чё, где Ян? Да-да, Ян поедет сам. Всё, салам. Типа, да, вот, да-да, я. Чё, не строй, кого нет. Стой за нами. Я знаю, что у тебя мут, алло. Робертсон, сними мут Яну и Шинксу. Да. Я, у меня Фрапс. Понял, то же самое. Марка Фрапс идет или что у тебя? Марка, не трудно, если сними Шинксу и Яну мут. Яну? Шинксу и Яну. Первого снял. Тебя слушаются. Что вообще делать? Есть ВЛВ ПД без формы. И Шинкс с собой. На личном авто, да? Да. Да. Шинкса забери, блядь, с собой, едьте оба. Все, в мут их можешь назад. Ага. Сильно. А, нет, стоп. На две группы мы делимся, ну да ладно. Брэндон, Акс сними, это раз, а во-вторых, станет строить. Строить тут левую руку. У тебя по левую руку, да. Марка тоже ко мне вставай. Плохо. Марка ко мне вставай. Так, ты где? Вон он там. Сука, алё, блин. Отдел по номеру пыра. Оло, гусь! Мне похуй на ваш этот, я пошел этих дебилов. Давай-давай, Романов, иди отсюда. Кто сказал? Брэндон? Да-да, я. Дресс-код как хорошо нарушаем? Какой дресс-код? У меня все нормально. Да, ну вот, эти фрапс пересмотреть, какое будет видно, да? Пересмотри свой фрапс, чё мне срать? Ты встанешь строить, чё, нет? Ди-ди-ди-ди. Вот сюда. Сюда. Блять. А Марка ко мне стоял, получается. Где моя группа? Ты прям пикап меня построил. Мы подъезжаем. Так и стука. Аэропорт сказал? Ну, это твоя группа, ты им говоришь. Какая моя, блядь, ты распределил? А, блядь, это все. У нас мои? Всего. У нас всего две группы. Вы с Маркой их делите. Я забираю Брэнда, и мне нужен еще кто-то со снайперкой. Ну и два твоих чела, которые будут там. Миллер, Рамирес, Волонсто, Форд, Труп. Нет, стоп. А знаешь как? Фрэнки, Пьера. Брэндон, вертолет. Осборн, Блачевский, мы не подходим. Эти сотрудники. Что-то маловато у меня, да? На вертолете прилететь. Забирай в нагрузку Варнера. Давай, давай. Варнер сюда. И... Кого ты? И Форда. Форд, в группу Митчелла. Рамирес сюда тоже, и все. Все, Брэндон, полетели. Куда начал? В смысле, на чем? Давай, знаете что? В храмах, на чем полетим? Мой вертолет есть. Мой вертолет на крыше. Я тоже вертолет. Понял. Давайте вертолет, ко мне тогда садиться. Ладно,
вот вижу. Не-не-не, не ко мне, не ко мне, даже не, не думайте, не садитесь. Плачевский, Осборн и... Блядь, я понял. Да чё происходит? Марко, у тебя свой вертолет есть, вылезь, пожалуйста. Нету лицензии. И Дональд... Рамирес, а ну-ка, поехали. Понимаю. Рома где? И Осборн, тогда я садитесь. Где вы, группа? Маска, один вертолёт. Группа под прикрытием. Мы летим, мы летим, мы летим. Если идите, вы мне на машине. Маска. Короче, двигайте сразу к аэропорту. Подожди, что там? Блять! Что я гамбл? Понимаю. Янгс Шинкс, на аэропорт сразу двигайте. Да-да. Возле Анг. Марк, а есть инфа, где именно будет проходить сделка? А ты чё на другой вертолёт? Зале на заброшенном аэропорту. Ну он большой, наверное. Вы моя, вы полой, какой-то вертолёт сделал. Сейчас он мне позвонил. Чё, отмена, блядь. Ну так, а, блядь, я ж тебе говорю, иди, иди, блядь, как чё. Это выносить на танке. Планы меняются. Мы будем на черном джипе и бежевом элеганте. До встречи там же, в то же время. Уточни место. ВПД, вертушка, оставьте наши халовы. Куда их? Давайте на базу. А вот кто там сидит со мной, блядь? Черепок, по-моему. Мы на заброшенном. Это мой. Пусть не понял, бля. Чисто сотрудника нашего, чисто Романова оставил. Ты ж, блядь. Мы около заброшенного. Шинкс, Янгс, чё там? Мы уже на месте. В аэропорту заброшенном. В Кангару едьте. Они сказали, будут в Кангару. Сзади Ангар. Маску оденьте, вертолёте, блядь. А, всё, вижу вас. Блять, вы ещё на вертолёте? Кто без маски? Да мы на машине два раза ехали, нас в воду столкнули, мудак. Короче, спускайтесь вниз и стойте вон в той будке. Кто сидит? А, дай маску. Кто сидит с Доном, алло? Подойди. Я вообще не вижу, кто Дон. Вот этот Джек Флетчер, маску. Короче, поняли, какой домик? Вон, вот эта будка. Что ты патроны тратишь с них? Да, нормально, я думаю. Мы без выстрелов возьмем. Это опасно, конечно. Митчелл, плохое место. Слишком много нас. Далеко, залетит 2 секунды. Нам бы вертушку куда-то спрятать. А он рент ей пропишите или зафикс карте. Как думаешь, отсюда простреливать сможем? Отсюда. Такое можно. Ух, бля, наелся. Сейчас обзор заебись, да. Давайте подготовимся, у нас 13 минут. А, Марка. Марка, что по сухопутной? По автомобильной группе захвата. У нас нету автомобильной, нам сказали вертолет. Ну а как? Мы ж не влезем все в вертолет. Тем более, если погоня, нам нужны крузеры по-любому. Отправляй. Отправляешь 6 человек. Филипп, Филипп, подожди. А, ЛВПД, вертушка, что вы делаете, блядь? У меня нахуй чел, блядь, тут капсит аж, блядь, РБ. РБшно очень нравится. Что вы там делаете, алло? На этом. На крыше сидите, на какой вы крыше сидите?
Вы дебилы, на каком ангаре? Алло, улетите оттуда. ЛПД. С ангара съебываетесь. ЛПД, улетите вообще оттуда. ЛСПД тоже. Вообще не кружите там. Все. А чё в натуре взяли? Угораете чё? Летите оттуда, вообще даже не показывайтесь нахер. Советую вообще улететь оттуда, можно дальше. Вообще типа. А что делать, если у нас больше масок нет? Так, у меня планы меняются. Брэндон, ЛСПД на тебе, вот Шинкс и Янкс на тебе. Я тебе снайперку сейчас скину, мне офиса надо. Я Ян, если что. Ну да. Понимаю. Вот сейчас я не понял. Ну, блядь. Работа, работа. Могу тебе еще вот это, да. Не пригодится. Не-не-не, вызови. Иди у тебя. 89. Ну давай объясни мне по Шинксу, я не... Чё, кого? Они стоят там, чекают, дают инпут, даёшь демон. Да, мы на домике. У нас маски, если что, через 10 минут закончатся. Нормально, как раз. Чё-то не хочет даваться оно. Да ладно, нас. Короче, я понял, тупо тут сидеть и со снайперки все. Абсолютно все. Нет, ты со снайперкой сидишь на контроле. Все, ребят, да, удачи, да, на спецоперации, я ушел. Марка, чё нам куда двигать? Здесь нормально или как? Я не знаю, нормально вроде. Ну мы можем на соседнюю штуку еще прилететь. Пока все будет. Блять, надо подальше куда-то заходить. Что вообще объяснить, что за тема? Давайте рапорт гони и встань, блять, там прям, чтобы вас не было там. А, вы ЛСПД на горе. Ну, как, один ехать. Общий сбор. Или только твой СПД? Только вертолеты. А, давай в Лас Пайас Дас. Как-то вот такой район он есть. Он над Эль Кастило. Давай просто с тобой полечу и парец не буду. Вот я сзади тебя. Сейчас я подлечу. Меняемся. Мне отдаем Осборна и Двачевского. Мне, а своих вот этих забирайте. И Джерри мне. Все. Джерри, Двачевский и Даниэль мне сюда. ЛСПД, вы глухие, нет, вертолет? Да. Слушай. Во
вопрос лучше, чем куда. Курица, знаешь, где клюет асфальт? Туда лети. Легче тебе, если сказать, это район Лас Паясадос, короче. Ну, там... Охеренно. Ладно, сделаем по-другому. Скажи ему слэш финди биз и айди биза. Там вроде за когда? Моя колос подойти. Вижу. А нам так тут в аэропорту и сидеть? Отлично. Функцию яму. Да, вот. Вы знаете, как лучше сделать? Залезьте в этот, блядь, в масках и в этот. Там есть, короче, домик. Ну, маленький-то, блядь. Да, вот в нём, типа, внутри сидите, блядь. Где-нибудь проводить, типа? Написал возле ангара. А, ну возле, значит возле. И... Да-да-да. Повязать во время сделки. Лидер РМ вышел в сети. Понимаю. Он мне позвонил. Что говорить? Где вы? Где надо, ждем вас тут. Надо как можно ближе туда долететь. Написал, мы ждем команды. Мы почти на месте, смотрим внизу. Нет русских. Я отшинец, у вас что там? У нас все глухо. Чего? Глухо. Ну тут ничего не происходит. Клист, блядь. Короче, они сказали. Мне позвонит какой-то левый номер, скажет да. Тогда и начинаем. Мы разве в
чат департамента без формы можем писать? Ну, точнее, в чат. Я в раз. В раз. Но мы без формы можем? Нет, не можем. Хелло, подаю, у кого-то маска закончила. Диего, маска. Давай я тебе смс отправлю. Позвоним тебе, Джим. А чё вообще как действует? Всех позерим. Сейчас как там начинается сделка проводиться, да? Мне отдает приказ в США, я вам пишу в департамент, у меня уже подготовлено. И мы подлетаем. Может пока ко мне подлетите, я недалеко делать свою. Мы не подлетим уже, у нас не на чем. Мы тут в домике вот сидим, ждем. Классно, пацаны. Вертолет заспавнился. Он забагался, заспавнился. Ладно, один хрен на вышке сидеть. Так, ну чё? Ничего. Чё, не взяли ещё? Кого? Мне звонят. Джош, тебе дают команду твои информаторы, которые там сидят. Ты даёшь команду всем. Всё, короче, ребят, я убежал, давайте, удачи. А, я заявлял, я оставлял заявление на портале штат. А это, возможно, ловцы приехали. Ну, это ловцы поприезжали. Мне писать, что мне команду дали или нет? Не, я там свои. Шел свой вертолет. На карте движения. Вышло 4 человека из машины. И один мафиозник подбегает. Трое мафиозников и их 6 в общем, короче. Разная одежда одета. Да, да, да. Трое в костюмах. И вторых не вижу пока.
На черном хантле одни, другие на какой-то серой монаде. Серая монада. Короче, трое в черных костюмах, трое в серых. В смысле? Что, налетать что ли мы? Да, залетаем, что ли? Да, блядь, алло, я в департамент записал, вылетай. Я думал, мы ждем команды от моего, ну типа, откуда ты мне позвонил? Блядь, задерживайте их нахуй, тазерите, у кого тазер есть. Вот машина поехала. Машина уехала. Мы летим за машиной. Куда ты его убиваешь? Тих, не убивай, не убивай. Блять, надо преследовать машины те. Мы преследуем одну. Давай, Только здесь. Ну, фиг возьми. В каком направлении машина уехала? В каком направлении машина уехала? На запад. А, это эти челики, которые я с ними... Давай его, наручники накинь на него. Не ты, держи. Контролируй ситуацию. Сколько, чтобы нас запустили? Что, короче, двое... Блять, а чё, мы только двух, что ли, задержали? Да потому что надо было ждать, вот, когда мне бы описали, уже я сделал. А так, по сути, за что их задерживать? Вертолет пропал. Что нам с этими делать? Какого черта вы сделали, кретины, мне подписывает Лигер. Какая задача на данный момент, господа? Заберите тоже. Очки с ПД вылезти. Ага. Боже. Один из тачки вылезти и посадите в мафиозника. Они уехали. Я могу вертолёт предначил. Мы двоих поймали, которые выпали. Наша сделка не состоялась. Машину вы проебали. О, святая моя. До свидания, а лучше прощайте. Но у нас один этот, как его, заместитель, походу. РКР. Задержали те, кто уезжал или что? Да. Команда.
главное. Короче, этих двух мафиозников отвезли. Да. Романов. Какая задача на данный момент? Чё этих преступников? Куда их? Машины свободные есть. Можно машину? Сейчас квадрат B11, у нас двое. Сейчас я прилечу. Они хоть сделку успели провести? Нет, они же мне описали. Те, которые хотели подставить Ремонтсов, они мне описали, что я дурак, что все провалено, они не успели сделку сделать. Даже предъявить не за что, что ли? Походу. Ну типа только если мы их отключим. Ремонса видим на карте. Машина свободная есть? Куда их везти? Ну, самое ближайшее ПД, которое должно быть. Понимаю. Алло, понятно. ЛВПД. Просто там типа этот челик падает. Он не посажен будет тогда. Он кепается за вами. Посадите его. Что за... Я увольняю ЛВП. Так ты что за человек, ты такой интересный? Понимаю. У вас рамка, вижу, плиз. Дон, да как ты не знал-то, что надо ангатоме прописать-то?
чат всем писали. Четыреста сороковой отказ в оплате штраф. Рэнди. Да. Вообще. Марк, ты чё, куда этого?